Литературный и кинематографический мир открыл глаза на казанскую писательницу незамедлительно. Фильм по роману уже снят и скоро выйдет на экраны. Специально выстроенный поселок переселенцев Семрук в Лаишевском районе, где также проходили съемки фильма, превратился в музей. А сама Гузель Яхина открыла для себя все грани всенародной известности. Даже сложно сказать, кто она сегодня для тех, кто читает этот роман здесь, в Татарстане. Самый популярный объект обожания или самый популярный объект для критики. Ей по-прежнему не могут простить недосконально выписанный ею мир мучительного бесправия татарской женщины в начале книги, не сделанный ею же выбор в заключительных главах. Однако, кажется, женщин среди критиков меньше всего. Я слышу не только упреки, я слышу также и другие мнения, что это гимн татарской женщине, гимн татарской матери. Хотя, конечно, одновременно, да, и предательство нации, и одновременно и очернение татарской женщины, татарской матери. Вот эти вот мнения разные я их слышу. И я рада, что эти мнения есть, что они высказываются. Ну, пусть, да, пусть это будет таким толчком для читателя самому почитать книгу, самому свое мнение сформировать.